Итак, наш марафон стартовал. Сегодня первый день. И на завтрак у меня вот такие кексики, они же пряники. Я обязательно вставлю ссылку. Вчера я снимала как раз такой рецепт, поделюсь с вами. Очень-очень он простой. Здесь овсяные отруби, пшеничные отруби, яйцо, разрыхлитель, набор минимум. Ни творога, ничего здесь нету. То есть такой самый базовый простой вариант, который у вас всегда, в общем-то, должен быть под рукой, этот набор продуктов. У меня получилось из двух овсяных ложек отрубей и одной столовой ложки пшеничных отрубей, получилось вот такие три кексика. Ну, они достаточно большие, плотные. Я думаю, что на завтрак вполне хватит именно есться. У меня чашка кофе с обезжиренным молоком, без сахара, естественно. И, дорогие друзья, хочу вам напомнить, что на нашей диете будет повышенное содержание белка и белковых продуктов. Чтобы не нанести вред своему здоровью, надо обязательно пить чистую воду, хотя бы 1,5-2 литра в день. Это не учитывая сюда чай, кофе и все, что вы пьете помимо этого. Это только чистой воды 1,5-2 литра, а уже чаи и кофе это помимо этого. Конечно же, такая диета может подойти не всем. И я бы вам рекомендовала пройти анализы, посоветоваться со своим врачом, потому что действовать вы будете на свой страх и риск. Я сидела 2 года на такой диете, здоровье себе не подорвала, чувствую себя отлично, потому что ко всему нужно подходить с умом. Если пить достаточно воды и придерживаться всех рекомендаций, которые нам дает доктор Дюкан, то чувствовать вы себя будете превосходно. Скажу вам даже больше, я гораздо лучше начала себя чувствовать на этой диете, чем до нее. У меня не выпадали ни зубы, ни волосы, ни ногти. Со мной все отлично, чувствую я себя прекрасно. И того же желаю и вам. Очень хорошо, плотненько я поела и наелась своими кексиками на завтрак. Особо и не хочется кушать, поэтому на перекус у меня просто кефир. Добавила немножко сахарозаменителя и корицы. На обед у меня курица, тушеная с овощами и с помидорками. Такой рецепт обязательно будет у меня на канале. С чашкой чая, без сахара. В общем-то, я не чувствую себя совершенно голодной и не хочется кушать очень много, поэтому мне этого вполне достаточно. Я скоро иду на тренировку через 2 часика. И последний перекус мой перед ужином – это заливное по Дюкану, холодец. Рецептик у меня выйдет на канале, я обязательно с вами поделюсь. Ничего сложного, курица, желатин, вода, в общем-то, набор минимум. И мне этой порции хватит, чтобы перекусить перед тренировкой. Итак, дорогие друзья, очень хотела поговорить с вами о важности спорта. Если в дополнение к нашему марафону новогоднему вы прибавите спорт хотя бы немножко, это точно вам поможет. Но, конечно, если после тренировки вы будете заедать это все жареной картошкой и пельменями, ни один спорт вам не поможет. Хотя бы 3 раза в неделю, хотя бы по часу включите его в наш новогодний марафон, и тогда ваше тело точно ответит вам взаимностью. Сейчас иду с тренировки. У меня была очень большая, двухчасовая, даже 2,5 часа тренировка. И я очень-очень голодная. Обычно после тренировки у меня адский просто голод. Зная это, я взяла с собой несколько крабовых палочек и прямо по пути шла их и ела для того, чтобы не сорваться и ничего не съесть лишнего. И не скушать ничего запрещенного, потому что мне нужно после этого зайти в магазин. И пока я дойду до своего стола, до своего ужина, у меня есть шанс нарушить диету. А на диете Дюкана можно до 200 грамм в день крабовых палочек кушать. Поэтому я этим иногда пользуюсь. И когда не получается есть, я с удовольствием беру их для перекуса с собой. После тренировки я зашла в магазин и прикупила немножко продуктов для нашей диеты. Минимальный набор хотя бы на 1-2 дня. Это яйца. Яйца наше все. Сахарозаменитель. У меня вот такой в таблетках. Если у вас стевия, замечательно. Стевии не оказалось. Я буду вот такой вредный сахарозаменитель. Но штука весьма необходимая. Если хотите готовить различные вкусняшки, десертики,
Блинчики, тортики обязательно он должен быть. Кола Лайт. Я ее пью, потому что это лучше, чем если я после тренировки сорвусь и наемся каких-то конфет. И, конечно, речь не идет о правильном питании, а питании с целью жиросжигания. И поэтому, если я выпью стаканчик другой колы, со мной ничего страшного не случится. Это мой выбор. Пить или не пить вам, решаете только вы. Так, что у нас еще? Ванилин, разрыхлитель, крабовые палочки, курица. Я с нее потом сниму шкурку и будет очень даже диетические ножки. Желатин. Я с него буду готовить панакоту, и рецепт тоже у меня выйдет. Огурец вдобавок ко всем моим овощам, которые у меня уже есть в холодильнике. И, конечно, обезжиренное молочко, кефир, молоко, творог. Немножко прикупились. Пишите, что вы прикупили для своего марафона. И до встречи за ужином. Вот этот кефир обезжиренный 1%. Вот прямо вот так вот в пачке я сейчас кладу в морозильную камеру до полного замерзания, пока он не станет абсолютной глыбой льда. Потом я покажу вам, что мы будем с этого делать. Мы его разморозим, и это получится замечательная основа для кремов, соусов. И такой рецепт есть у меня на канале, я ссылочку оставлю. Но просто по ходу нашего марафона я вам еще напомню, что это весьма-весьма незаменимая вещь получится. На первый ужин у меня холодец, то есть заливное, диетическое. И такой рецептик тоже выйдет у меня на канале. Я обязательно с вами поделюсь. Тут есть только курица, желатин и, собственно, вода с приправами. Набор минимум. Снова так сильно захотелось сладкого. Аж не могу. Поэтому я сейчас с удовольствием выпью стаканчик Колы Лайт. А это за ней на заднем плане. Нет, не подумайте, это не мой срыв в первый же день. Это конфеты, которые я анонсировала вам. Конфеты абсолютно диетические, полностью в рамках нашей диеты. Я обязательно выложу видео, сниму и покажу, как они делаются. Молочный шоколад, белый шоколад. Я попробовала, в принципе, много раз их делала, но сейчас я попробовала сделать их немножко другим способом. И потом скажу вам уже, какой из них лучше, какой вкуснее, какой точно работает. Последний ужин на второй. У меня совершенно нехитрый рецепт. Это будет омлет. Обыкновенный омлет из крабовых палочек. Вот крабовые палочки. Обезжиренный творожок. Я буду использовать несколько белков и один желток, так как один желток я уже сегодня скушала, а за день я стараюсь кушать не более двух. Добавлю немножко обезжиренного молока и вот сюда свои желточки отдельно соберу лишние. У меня получилось почти полтора желтка, потому что один желток случайно у меня сюда вылился. Ну, это не смертельно, не страшно. Вот теперь перемешиваем эту смесь, жарим. Да, чуть не забыла. Зелень. А обязательно я кладу зелень, мне очень нравится. Немного зелени я кладу сначала в сам омлет и буду вместе с ней это жарить. А потом еще немножко посыплю сверху. Если вам нужно, чтобы зелень дала вкус, мы ее сыпем и добавляем во время готовки. Если нам нужно, чтобы зелень дала запах, мы ее добавляем после готовки, в самом конце. Мне надо и то, и другое, поэтому немножко зелени сюда, потом немножко зелени сверху. Конечно, жарим мы на антипригарной сковороде без масла. Я буквально 5 капелек налила, потому что моя сковородочка уже старенькая, к ней может прилипнуть. Буквально вот так чуть-чуть, пару капелек размазали кисточкой, и все, и этого достаточно. Ну и вот настал мой последний ужин, второй ужин. Я буду огромную гору вот такого салата из капусты кальраби и омлет из крабовых палочек, яичных белков и зелени. Омлет есть у меня на канале, а салатик я обязательно выложу и обязательно с вами поделюсь. Тут зелень, капуста кальраби, огурчик, и я заправила обезжиренным кефиром и лимоном. На этом мой первый день подходит к концу. О результатах его я уже скажу на второй день, то есть я буду взвешиваться по такому принципу. Пройдет первый день, я утром второго дня
встаю и на голодный желудок иду взвешиваться, замеряться. Соответственно, замеры и результаты первого дня мы будем знать на второй день. Ну, а на этом я желаю вам удачи, легкого похудения. Присоединяйтесь, если вы еще думаете, точно присоединяйтесь к нашему марафону. И давайте подарим себе на Новый год красивую фигуру, которую мы точно заслужили. Пока-пока!